Мы с вами направляемся на достопримечательность нашего города. Летом это фонтан, а зимой вот такое вот красивое светопредставление. Фонтан находится на городской площади возле бассейна. На этой площади проходит большинство мероприятий. День города, проводы зимы, Новый год, День Победы. Это гостиница «Полярная звезда», православный храм. Улица Нефтяников, но как принято ее называть теперь уже, проспект Нефтяников. Дальше дворец культуры и техники, за ним головной офис компании «Лукойл Коми». Это бассейн.